Вечер боев ACB-58, который прошел во дворце спорта имени Гамида Гамидова, состоялся из 17 поединков. В зале присутствовало более 5000 человек, среди которых именитые спортсмены смешанных единоборств, заслуженные тренера и болельщики. Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе между дагестанским бойцом Аскаром Аскаровым и американцем Энтони Леоне. Для Аскарова данный поединок стал первой защитой пояса, которым завоевал в октябре 2016 года. В ходе поединка чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Аскар Аскаров одержал победу над экс-бойцом Беллатор Энтони Леоне. В третьем раунде поединка Аскаров забрал спину оппонента и сумел заломить шею своего соперника, заставив того постучать в знак сдачи. Большинство боев на турнире удалось провести бойцам Хасавюртовского бойцовского клуба Fighting Eagles, среди которых свои победы одержали Хабиб Исаев, Курбан Ибрагимов, Абдулла Абдуллаев, Магомед Имин Миятлиев и другие. Почетными гостями турнира также стали министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагитпаша Умаханов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, глава Казбековского района Гаджимурат Мусаев и другие официальные лица. По словам представителей клуба Fighting Eagles, турнир ACB-58 стал одним из самых значимых событий города в 2017 году. Спортивный праздник, проведенный на высоком организационном уровне, лишь раз доказывает о вековых традициях, добрососедских отношений и взаимоуважения. Подобные мероприятия являются значительным вкладом в дело развития спорта в направлении смешанных единоборств не только города, но и во всей стране. Расул Гаджиев, Самат Гакаев, Тагим Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».